Вопросы по деятельности администрации, главы депутатского корпуса у нас поступает в адрес собрания Вологодского муниципального района. Вот в числе вопросов, которые задают жители, бывшая территория воинской части отдана под индивидуальное жилищное строительство, но по сей день там никаких следов застройки. Что делается сейчас и что планируется? Когда будут заводиться коммуникации? Также в связи с освоением этой территории поступает вопрос от собственников гаражей, которые окружают территорию. Не планируется ли снос этих гаражей для обустройства подъездных дорог? По данному участку по многодетному, ну, я в своем докладе уже сказал, что по 21-му микрорайону, по многодетному, так говорили, там практически все коммуникации заведены. Здесь, конечно, большую роль играет консолидация непосредственно участников малоэтажного строительства, то есть многодетных семей. И здесь как пример, когда многодетные очень консолидированно действуют, быстро подготавливают самые документы, мы с ними находимся на постоянном контроле, так сказать, взаимодействии. В 4-м Б также работа налажена, но может быть не так активно, то есть нет ярко выраженной группы лиц, которыми мы постоянно взаимодействуем. Но тем не менее, данный участок полностью электрифицирован, туда подведены все электрические коммуникации, до каждого фактически уже участка разрешения имеются, у каждого желающего, кто готов строиться. Со стороны водоканала в прошлом году проведены осенью все работы для канализационных работ, до участка полностью коммуникации доведены, и по внутриквартальной застройке также водоканал готов довести воду до каждого земельного участка. По прогнозам у нас рассматривается до 26 года в общей сложности почти 8 километров водопроводных сетей подвести под каждый дом, каждому дому. Если говорить о одним из сложных, наверное, моментов, это газификация, то здесь на уровне губернатора Саратовской области принято решение вместе с «Газпромом» газораспределения провести данные работы за счет газовой компании. В этом году будет вестись проектная работа, и в 2021 году «Газпром» газораспределение подведет газ на эти участки самостоятельно. То бишь, вся эта территория бывшей воинской части будет полностью газифицирована, по электрифицированному уже, по воде подведены коммуникации, и по канализации тоже коммуникации подведены. Мы ждем, что жители начнут активно строиться. На данный момент выдано 17 разрешений на строительство из общего объема, и мы ждем дальнейшего развития. Участок непростой, на самом деле, участок достаточно сложный, с учетом того, что были и очень серьезные бетонные работы, то есть участки, на которых, ну, наверное, строить достаточно сложно.